Вот, ребята, показываю, как заправляет «Газпром» нефть. Вообще пиздец полный. Других слов нет. На второй. Ваша машина, я говорю. Подними выше. Наливай, 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 наливай. Хорош. Все, ставь. На, снимай. Так, смотрим. 92-й бензин «Газпром» за горбатым мостом. Ноль. Мерим. Семьдесят шесть и семь. Проверяем. 76,7. Чек. 76,7. Чек где? Так, 92-й бензин, «Газпром», 92-я колонка. Все. 76,6 получается, да? Закрывай, поехали. Видишь? Смотри. Смотрите, вот, блядь. Смотрите, 60-70 рублей. Я не нажимаю, блядь, на пистолет. Девяносто шесть. Пистолет, блядь, включен. Вот где я заправляю сетевой. Сейчас у меня, блядь, полный бак здесь зальете, нахуй. Пацан, короче, заправляет, а у него какие деньги идут. Я, блядь, на пистолет, я вот держу здесь пистолет, у меня деньги все вышли. На видео все снято, вы что, кому говорите, блядь? Блядь. Вот. Вот это пиздец. Да пиздец. Деньги все вышли, я, блядь, пистолет вот держу. Суммы идут, пистолет не идет, сумма бежит. Заправка на «Газпроме», пистолет в руках, деньги считает. Вот так вот нам солярку продают. Вот, смотрите, пистолет лежит на колонке, а литры куда идут? А? Вот уже 50 рублей налилось мне в бак, а пистолет даже в бак не вставлялся. АЗС «Газпром». Volkswagen Транспортер, объем бака 80 литров. Это правильно. Газпром на Ермолова, Пятигорске.